Первый медицинский университет имени Павлова принял участие во Всероссийском дне доноров. Петербуржцы второй год подряд сдавали не просто кровь, но и вносили свои данные в Национальный реестр костного мозга. Для того, чтобы попасть в реестр доноров костного мозга, достаточно сдать всего лишь 9 мл крови, из которой выявляют ДНК. После специалисты ищут так называемого генетического близнеца, то есть того, кому необходима пересадка стволовых клеток. К примеру, сюда относятся пациенты с онкологией. В общероссийском регистре доноров костного мозга сейчас почти 66 тысяч потенциальных доноров, из них более 14 тысяч петербуржцы. Это, с одной стороны, много, а с другой стороны, конечно, очень мало по сравнению с общемировой базой данных. Где на сегодняшний день содержится информация о 30 миллионах потенциальных донорах. Но вот несмотря на это, для многих наших пациентов найти донора за рубежом очень тяжело. Сегодня только в России около 3 миллионов онкобольных. И петербуржцы, желающие помочь таким пациентам, могут по будням внести свои данные в отделение переливания крови первого медицинского университета. Кроме того, в Петербурге работает еще 6 аналогичных пунктов. Их адреса указаны на сайте общественной организации «Фонд доноров».